В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня переходим на суточный контроль за работами. Строительство школы в Марусине идет усиленными темпами. Самый, на мой взгляд, подходящий объект, это который находится в Люберцах на улице Побратимов, Ангел Мира, территория памятника. Онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств. В федеральном проекте участвует 12 люберецких объектов. Подрастают новые, так сказать, участники, новые поколения. И это тоже все любится, это тоже все фестиваль «Приди и пой». Уже как 15 лет фестивалю «Приди и пой». Чем удивляли юные таланты жюри и зрителя на этот раз? Мы увидели, что народ подтянулся, и очень хорошо подтянулся, поэтому организовались турниры дворовых команд. Условия для развития массового спорта обсудили на встрече с Романом Терешковым. Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий выступил с ежегодным отчетом. Он подвел итоги проделанной работы за 2020 год и обозначил цели, которых предстоит достичь в ближайшее время. В своей речи глава муниципалитета охватил все основные аспекты жизнедеятельности округа. Подробности в материале нашего корреспондента. В начале 2020 года мы и не предполагали, какие изменения нас ждут. Пандемия и ушедший год преподали миру страшный урок, и те, кто его усвоил, получили важный опыт и могут с уверенностью смотреть вперед. Пандемия не только преподнесла урок, но и затронула все сферы нашей жизни. Жесткие ограничения отразились на рынке труда. В начале 2020-го уровень безработицы вырос в 8 раз. В ближайшее время все центры занятости Подмосковья модернизируют. На их базе будет осуществляться переподготовка кадров. Людям станет проще и быстрее найти работу по душе. Главный приоритет сегодня – это восстановление экономики и выполнение всех социальных обязательств. За год в округе создано 1552 новых рабочих места. По понятным причинам, к сожалению, это немного меньше, чем было в предыдущем году. Ну, порядка меньше на 15%. Новые рабочие места создаются за счет развития бизнеса. Несмотря на удар, нанесенный пандемией, компании, которые работают на территории округа, расширяют производственные площади. Значительно пострадал потребительский рынок. Но, тем не менее, за год в округе открыто около 80 объектов торговли. Для округа развитие бизнеса – это новые рабочие места, новые предприятия на территории, а также дополнительные доходные источники для бюджета. Все компании, которые работают у нас на территории, должны быть и зарегистрированы. Отдельное внимание глава заострил на теме здравоохранения. Эта сфера всегда была самой важной и значимой. Прошлый год как никогда доказал это. Медики и по сей день находятся на передовой, не жалея сил, спасают человеческие жизни. В своей речи Владимир Ужицкий еще раз выразил благодарность героям в белых халатах и организациям, которые не остались в стороне в сложные времена. Хочу сказать большое спасибо коллективам Люберецкого водоканала, Люберецкой теплосети и нашего ЛГЖТ, принимавших активное участие в работах по созданию ковидных центров. Несмотря на все сложности, система здравоохранения городского округа Люберцы значительно шагнула вперед. На базе Люберецкой стоматологической поликлиники открыто детское отделение. На территории Московского областного центра охраны материнства и детства оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов. В поликлинике номер 6 распахнул свои двери центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек. Активно идет строительство новых лечебных заведений. В микрорайоне «Самолет» начали строительство поликлиники смешанного типа на 600 посещений в смену, с дневным стационаром и станцией скорой помощи на 4 машины. В текущем году будет завершено строительство детской поликлиники на 155 помещений в смену на улице 8 марта. Не стоит на месте еще один важнейший блок – образование. В прошлом году в поселке Мирный открыт детский сад на 360 мест. Два новых корпуса приобрел детский сад «Бригантина». В Малаховке распахнула двери современная школа. Завершилось строительство пристройки к детской школе. Ликвидация второй смены в школах – одна из приоритетных задач системы образования. Сегодня во вторую смену у нас учатся 1270 детей. Самая сложная ситуация – это в Красково. Там 355 детей во второй смене. Для ее решения планируется построить школу на 700 мест. К
Культурные и спортивные достижения округа, планы по благоустройству общественных территорий и парков, а также развитие системы ЖКХ, состояние дорог и работа общественного транспорта. Владимир Ружицкий подробно остановился на каждой из этих тем. Рассказал о реконструкции Октябрьского проспекта и локальных дорожных работах, которые избавят люберцы от пробок. В заключение хочу поблагодарить всех, кто помогает нам работать над повышением качества жизни в округе, реализовывать новые проекты, нести людям перемены, которых они ждут. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомств отчитались в проделанной работе перед главой городского округа. Подробности далее. В сфере жилищно-коммунального хозяйства отметили, 11 мая заканчивается отопительный сезон. В связи с технологическими переключениями в некоторых домах до вечера может быть отключена горячая вода. В период с 1 по 10 мая в управление поступило 3076 обращений от граждан. Из-за непогоды во дворах возникли подтопления. Сотрудниками Люберецкого водоканала были сформированы 4 бригады, 16 человек, 2 единицы техники, которые работали практически в круглосуточном режиме. За период работы откачано более 7000 кубических метров воды. С 30 апреля по 10 мая в содержании территорий задействовали 1328 рабочих и 107 единиц техники. Ко Дню Победы улицы украсили 850 флагов и 17 объемных декоративных элементов. В округе 15 мая пройдет акция «Лес Победы». На 103 адресах планируется высадка 1660 деревьев и кустарников, таких как береза, клен, липа, сирень и другие. По многочисленным обращениям жителей вдоль Комсомольского проспекта будут проведены работы по высадке зеленых насаждений. Приглашаем всех жителей принять участие. Помимо этого, в Люберцах проведут культурно-досуговые мероприятия, в том числе в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Это Шчирагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается замена лифтового оборудования. В этом году в рамках капитального ремонта обновят 87 подъемников в 24 МКД. На днях работа завершилась еще в одном доме. Там побывала наша съемочная группа. 14-этажная высотка на улице Космонавтов была построена в 1994 году. Грузовой и пассажирские лифты, которые служили в доме с момента его ввода в эксплуатацию, часто ломались. В замену старым подъемникам пришло новое современное оборудование. Чтобы не доставить жителям неудобств, лифты меняли по очереди. Муж спрашивал, а что же мы будем делать? Он звонил специально в эту организацию. Они сказали, не волнуйтесь, мы будем поочередно. И ни одного дня, ни одного часа мы не страдали. Но отлично, я бы 5 с плюсом поставила. Хорошо, работает исправно. Замене подлежат все лифты, перешагнувшие рубеж в 25 лет. От оборудования, служившего четверть века, округ избавится уже в этом году. Ставит задачу Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор. Со следующего года начнется другая программа. Мы будем заниматься, чтобы не было лифтов старше 20 лет. На сегодняшний день план этого года уже наполовину выполнен. 42 лифта, вошедших в программу капитального ремонта, заменили на новые. Полностью завершить работу подрядчики рассчитывают до 1 сентября. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Возведение пристройки к 59-й школе в деревне Марусино идет ускоренными темпами. Строителям нужно успеть сдать объект к 1 августа, чтобы через месяц школьники сели за новые парты. Подробности о ходе строительных работ в сюжете Луизы Егиазарян. Работа на строительной площадке кипит и днем, и ночью. Более 140 человек и десятки единиц спецтехники трудятся в 2 смены. Благодаря этому генподрядчику удалось сократить отставание от графика. Если в марте оно составляло почти месяц, то сейчас 10 дней. Сейчас мы вышли на строительство монолитных конструкций 3-го этажа. У нас залито уже перекрытие 2-го этажа. Заканчивается кладка перегородок на 1-м этаже. Техэтаж уже почти что завершен. Сейчас приступаем к финишной отделке и передаем помещение под ИТП, вент шахты. Будет делаться вся инженерная оснастка техэтажа. Четырехэтажную пристройку, рассчитанную на 400 мест, соединят с основным зданием школы 2 переходами. Возведение объекта, который избавит учеников 59-й школы от 2-й смены, контролирует глава округа Владимир Ружицкий.
Сегодня переходим на суточный контроль за работами. К началу учебного года мы должны этот объект, по крайней мере, завершить. В целом завершим. Тем более он крайне нужен, что мы приложим усилия, как-то будем заставлять подрядчика в эти сроки, что мы ранее проговаривали, вписаться. В новом здании будут обучаться средние и старшие классы. В нем установят лифт для маломобильных граждан и два инвалидных подъемника. Из старого корпуса перенесут столовую, освободившуюся площадь и перепрофилируют под библиотеку и мультимедийный центр. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Городской округ избавит от пробок. На участках, где постоянно затрудняется движение автотранспорта, пройдут ремонтные работы. Под реконструкцию попадет зона пересечения улицы Электрификации и Первопанковского проезда. Из-за большой плотности движения в сторону Москвы на этом участке в часы пик образуется скопление автомобилей. Проблемы решат с помощью расширения проезжей части. Для того, чтобы те автомобили, которые пропускают встречное движение, не блокировали движение по улице Электрификации, мы проводим сейчас локальные мероприятия по улучшению пропускной способности. То есть добавляем правую полосу для объезда тех, кто поворачивает налево. На эти работы из бюджета округа выделено более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ремонт стартует в начале июня и завершится в течение одного месяца. Это мероприятие 100% разгрузит этот перекресток, который сейчас является проблемным на карте Люберец и Московской области. Проект разработан, заложены деньги в бюджете городского округа. Но я уверен, что здесь машины будут в хорошем смысле этого слова пролетать. Сделать город комфортнее. В рамках проекта формирования комфортной городской среды идет онлайн-голосование по отбору объектов по благоустройству. Решить, какой объект улучшить, могут и жители городского округа. Какие территории вынесены на голосование и как отдать свой голос в следующем сюжете. Кореневский карьер, сквер Победы в Краскове, улица Молодежная, пруд в Томилине и еще 8 общественных территорий городского округа выставлены на голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». С 26 апреля стать участником процесса благоустройства своего города и проголосовать за любой понравившийся объект могут жители, достигшие 14 лет. Я вот остановился на 10-м. Это территория стыла на въезде в город. Ну, я лично считаю, что люберцы должны всегда узнаваться. И когда туристы будут приезжать, у них всегда будет в голове откладываться это место. Самый, на мой взгляд, подходящий объект, это который находится в Люберцах на улице Побратимов, Ангел Мира, территория памятника. Считаю, что нужно благоустроить его для комфортного пребывания, там, времяпровождения. Оставить свой голос за территорию по благоустройству можно на сайте проекта za.городсреда.ру. Для этого нужно выбрать муниципалитет, ознакомиться со списком объектов, выбрать один и нажать кнопку «Голосовать». Также волонтеры проекта подскажут, как проголосовать за выбранную территорию с телефона. Можно перейти по ссылке или по QR-коду. Проходите на сайт, выбираете Люберцы и выбираете территорию, которую считаете нужной улучшить. Территория, набравшая наибольшее число голосов, попадет в список благоустройства на 2022 год. Завершится голосование 30 мая. Итоги будут опубликованы на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Для нефтяников, газовиков, энергетиков и не только. В поселке Томилин разрабатывают и производят высокотехнологичную спецодежду, способную защитить от огня, пара, выбросов нефти и других производственных рисков. Продукцию люберецкая компания поставляет в более чем 20 стран мира. Пошивочный цех. Здесь курткам и брюкам придают окончательный вид. Пришивают логотипы и световозвращающие элементы. Ежегодно предприятие производит более 420 тысяч изделий. Сотрудники компании разработали больше 400 моделей спецодежды и около 2500 различных модификаций защитных костюмов. У нас есть целый ряд предприятий, где ребята создавали бизнес, по сути, мысли чистого листа и развились. И поэтому сегодня энергоконтракт, оно по сути в стране у нас единственное. У нас не так много, чтобы частное предприятие, скажем, поставило на ход некие научные изыскания, занимаясь наукой и дальше двигаться. Благодаря научной базе на предприятии разрабатывают уникальные защитные костюмы для нефтяников и спасателей, металлургов и специалистов лесной отрасли. Продукцию компании оценили и за рубежом. Спецодежду из Люберец покупают в более 20 стран мира.
Количество благодарственных писем, сертификатов, это, конечно, говорит о том, что компания развивается. И, видимо, за счет молодых, талантливых, умных сотрудников, специалистов, которые действительно продвигают и бренд, и ту продукцию, которая есть, постоянно изо дня в день развивают. Роман Тюрешков поблагодарил сотрудников предприятия за вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. Вручил благодарности министра физической культуры и спорта Московской области, а также пригласил коллектив присоединиться к корпоративной лиге Подмосковья. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С газом шутки плохи. Специалисты Мособлгаза проверяют исправность газового оборудования в частных жилых домах. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования. Григорий Ворванин продолжит. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Мособлгаз», Люберецкая РЭС. Дом за домом, плита за плитой. Вооружившись чувствительным прибором, специалисты Мособлгаза с начала года ежедневно проверяют исправность газового оборудования в частном жилом секторе. Хозяйка дома Тамара Баймасова умеет обращаться с газовым оборудованием. Говорит, в домах, где жила и живет, никогда не было электроплиты. И по запаху газ определит сразу. Как-то пришла, запахло газом. Мы быстро переключили, муж сразу проверил вот это мыльной водой, и вот здесь вот была лопнутая гайка. Когда нам кухню делали, видимо, они перегнули. Газовики похвалили Тамару Александровну за бдительность, при этом напомнили, самостоятельно менять гайки на газовом оборудовании запрещено. Закрывайте кран, ни в коем случае не пользуйтесь приборами, то есть не включайте свет, не зажигалки, ничего. Открывайте двери, открывайте окно. Полностью проветриваете помещение, соответственно, вызываете аварийную службу Мособлгаз. На территории Люберецкой ремонтно-эксплуатационной службы Мособлгаза 2000 частных домов, подключенных к центральному газопроводу. Больше половины уже обследованы. Помимо исправности оборудования, газовики проверяют наличие договора на техническое обслуживание. Если нет договора, его необходимо заключить либо с нами, либо с любой организацией специализированной. Если его нет, то, соответственно, сотрудники Мособлгаз выписывают уведомление с периодичностью в 20 дней и, соответственно, просят заключить договор. Если при повторном визите договор не будет заключен, то сотрудники вправе отключить подачу газа. Пока в Люберцах таких случаев не зафиксировано. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С Международным днем медицинской сестры поздравили работниц Московского областного центра охраны материнства и детства. Какие трудности встречаются на профессиональном пути, выяснила наш корреспондент. Жизнь и здоровье пациентов не только в руках врачей, но и их незаменимых помощников – медицинских сестер. Отметить праздник времени нет, смены. Для Софьи Куклановой это не просто работа, а призвание. 8 лет медсестра помогает малышам. Это вот с детства было такое всегда желание помочь, вот эти игры в медсестру, там всем заклеить ранки, прилепить пластырь, там помазать зеленкой. Как-то это все с детства так. В семье Софья единственная, кто пошел по медицинской тропе. Родственники ею гордятся и с самого утра поздравляют с профессиональным праздником. Слова благодарности Софье Куклановой и ее коллегам сказал и глава городского округа. Все хотят, чтобы сестричка была самая лучшая, самая такая внимательная. Поэтому я искренне вам хочу пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы не касались вас ни ковиды, ни вирусы, чтобы вы были и счастливы. В люберецких больницах и поликлиниках более 2000 медсестер и медбратьев помогают пациентам. Айташ Щерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День Победы уже прошел, но его празднование продолжается. В гимназии номер 16 «Интерес» состоялся торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Как вспоминали о подвиге героев, подаривших мирное небо, расскажет наш корреспондент. На торжественную линейку, посвященную Дню Победы, ученики 16-й гимназии пришли не одни. В руках портреты людей, благодаря которым существует этот священный праздник. Это мой прадедушка. Он воевал на танке. Он не ехал на Берлин, а он охранял Россию и прошел войну. Для каждого из ребят держать портрет родственника фронтовиков в этот праздничный день – большая честь. И каждый понимает, почему важно рассказывать о своих героях.
чтобы никогда не забывали об этих днях, когда победили врагов, и чтобы такое не повторялось. Они защищали свою родину, и они очень важны для нас, потому что они умерли, но они защищали нас. День Победы в 16-й гимназии ждут с особым трепетом. Подготовка к нему начинается задолго до 9 мая. Это видно по творческим номерам. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 76-й год мы встречаем без войны. И мы не устаем благодарить тех людей, которые принесли нам мир. На торжественный митинг пригласили людей, которые знают, что такое война не понаслышке, и видели ее своими детскими глазами. В конце праздника к ним выстроилась очередь желающих подарить цветы и лично поздравить с Днем Победы. Вот это увиденное просто вот всколыхнуло все. Это у нас не первая встреча в этой школе. Мы постоянно сюда каждый год приезжаем. И вы знаете, год от года вот эти встречи просто вот поднимают и настроение. И не чувствую возраста своего. Все прекрасно. День Победы, он был от нас далек. Среба крышем таял уголек. Были версты, обгорел ее пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Оротом в кровах это разный. Седеною на весах. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В зале картинной галереи зазвучал рояль. Здесь с сольным концертом выступила Алена Маркина, ученица детской школы искусств номер 4. О том, как прошел большой дебют юной пианистки, смотрите в следующем сюжете. «По жизни с музыкой» – девиз Алены Маркиной. Бах, Шопен или Прокофьев – их произведения юной пианистки даются легко. Секрет не только в таланте, но и регулярных занятиях и большой любви к музыке. Играет Алена 8 лет, и для нее это уже не просто инструмент. Это мой друг, с которым я могу делиться всеми чувствами и эмоциями. Музыка – это воздух, который позволяет двигаться к своей цели. А сцена – это место, на котором можно делиться этой музыкой с другими людьми. За год Алена стала лауреатом первой и второй степеней 11 конкурсов – областных, всероссийских и международных. Планы на будущее – учиться, получать новые награды и, возможно, самой стать педагогом. Тем более, когда есть пример для подражания – заслуженный работник культуры Московской области Евгения Бурганская. Чудесная девочка, которая себя уже с подготовительного класса показала, наряду с прекрасными природными данными, очень трудолюбивой, очень воспитанной, с огромной внутренней культурой. Сама Алена Маркина свою внутреннюю культуру сравнивает с ноктюрном Чайковского. Поддержать юную пианистку пришли ее друзья, ученики детской музыкальной школы номер 4. Айтат Шчирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Завершился фестиваль «Приди и пой». В этом году песенный конкурс отметил круглую дату – 15 лет со дня основания. Помимо конкурсантов, на сцене также выступили победители прошлых лет. О тех, кто пришел и спел, расскажет Григорий Ворванин. Фестиваль «Приди и пой» полностью оправдывает свое название. В первом туре спели больше сотни солистов и творческих коллективов. До финала юбилейного конкурса добрались лишь 30. Возраст разный, как и манера исполнения и жанры песен. Мария Щур вокалом занимается с 5 лет. Признается, любит не просто петь, а соревноваться в пении. Поэтому и решила поучаствовать в фестивале. На конкурсе девушка исполнила джазовую композицию. Она наиболее полно раскрывает потенциал ее голоса.
Это моя любимая песня. Она очень музыкальная, она очень красивая. Я пою в разных направлениях. То есть я могу даже начинать от народного до рэпа. То есть абсолютно в разных направлениях могу петь. Победительница первого фестиваля «Приди и пой» Марии Щербининой участие в конкурсе открыло дорогу в творчество. И сейчас выпускница ГИТИСа с музыкой неразлучна. Пою, но пою уже для себя. Быть может, когда-то я снова выйду на сцену. Например, как сегодня. Главное верить. Я все вот даже ребятам говорю, которые сегодня, я смотрю, как они стоят и дрожат, и переживают. Вы уже победители, потому что вы здесь. Вот, это уже победа. Постоянный председатель жюри фестиваля, автор сотен хитов, среди которых тот самый «Конь, что ночью по полю идет», Александр Шаганов расстроился, когда в прошлом году из-за пандемии фестиваль не проводили. Поэтому с радостью откликнулся на предложение вновь возглавить конкурсную комиссию. Я за что, так сказать, люблю «Приди и пой»? За открытость, за демократичность, за вот этот кураж студенческий, за вот такие положительные эмоции. Подрастают новые, так сказать, участники, новые поколения. И это тоже все любится, это тоже все фестиваль «Приди и пой». На протяжении всех лет фестиваль проводится при поддержке администрации городского округа Люберцы. Задача этого фестиваля – найти, конечно, талантливую молодежь и просто объединить людей вот в хорошем движении. У него нет такого призвания, чтобы отобрать вот только таких совершенно голосистых и, не знаю, вот чтобы люди, допустим, учились дальше. А задача – приобщить как можно больше людей вот к этому фестивалю. Организаторы уверены, вот уже 15 лет они со своей задачей справляются. И каждый год среди нескольких десятков участников всегда находятся те, кто свой первый шаг к творческому Олимпу делает как раз на фестивале «Приди и пой». Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков провел встречу с представителями спортивных федераций, действующими на территории округа Люберцы. Говорили о развитии спорта, в том числе и дворового. Все подробности далее. Территория Люберец разделена на 8 округов. В каждом центром притяжения является один из дворов. Спортивные секции регулярно проводят соревнования, показательные выступления и мастер-классы. Один из таких дворов находится на Октябрьском проспекте у дома 8. Здесь обустроена спортивная площадка с хоккейным кортом, а местные жители сами организовывают дворовые турниры. Мы увидели, что народ подтянулся и очень хорошо подтянулся, поэтому организовались турниры дворовых команд, которые получили уже на постоянной основе развитие. В этом году будет пятилетие, и мы хотим развиваться дальше, поэтому хотим и полноценную уже коробку, где мы будем проводить турниры. С этим предложением Андрей Курганов обратился к министру физической культуры и спорта Московской области. Роман Терешков пообещал лично побывать во дворе и оценить масштабы реконструкции. К беседе присоединились и представители спортивных федераций. В частности, футболисты рассказали о необходимости строительства в Люберцах крытого футбольного манежа. Это позволит круглый год проводить и тренировки, и спортивные мероприятия, в которых участвуют сотни ребят. У нас собралось порядка 350 детей, ну, потому что формат, время и тайм, сами понимаете, что мы можем и больше, да, но мы... Ну, понятно, ограничены в пространстве и во времени, да. И родители приходят, и, соответственно, это и музыкальное сопровождение, и фото, и видео. Министр спорта отметил, идея хорошая, но затратная. И сейчас главная задача – реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах. Хотим его развернуть, сделать поле с подогревом, фок, которые перейдут наши баскетболисты из того, извиняюсь, убогого зала, ну понятно, ему сколько лет. И вот на поле с подогревом оно может служить там некой альтернативой манежа. Потому что, ну, вы сами знаете, если в футбол играете, до минус 5 градусов на поле с подогревом играть совершенно нормально, комфортно. Также Роман Терешков не исключил, если найдется инвестор, готовый построить крытый манеж для занятий футболом, то и в правительстве области, и в администрации округа пойдут навстречу и выделят необходимый земельный участок для строительства. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго.